Если мы сейчас не отреагируем, то применение с 2020 года налогу на имущество организаций в действующей редакции нашего с вами закона Ульяновской области приведет к ухудшению инвестиционного климата. В связи с этим, давайте вот мы не будем сейчас, что называется, с кондачка сразу, так сказать, размахивать там всякими саблями и там другими какими-то предметами. Давайте. Значит, Марина Евгеньевна, Сан Саныч, на контроль. Создадим рабочую группу по подготовке рекомендаций по изменению нашего законодательства регионального в части налога на имущество организации. Какую цель мы должны поставить? Мы должны рассчитать экономические последствия от введения налога для предприятий области и, естественно, внести предложение мне, правительству, законодательному собранию по выработке оптимальных решений по дифференциации ставок налога. Очень было бы правильно, если бы мы в рабочую группу пригласили, ну и, в общем-то, и правительственных, муниципальных, ну и, конечно, так сказать, там внешних специалистов. Но это, во-первых, из реального сектора экономики, то есть промышленных предприятий, ну и с управления ФНС, там счетной палаты. То есть поэтому вы там посмотрите, как это правильно сделать. И я бы хотел, чтобы, так сказать, мы в самое ближайшее время эту встречу с вами, рабочую группу, провели, как минимум с моим участием.